Детское радио представляет. Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Дело номер 23. Венок из одуванчиков. Доброе утро, шеф. Смотрите, что наши путейцы мне сейчас преподнесли. Венок из одуванчиков. Однако путейцы у нас какие романтичные. Она ведь такие суровые. Нет, Шерлок Симофорыч. Венок этот романтичный нашли совсем не в романтичном месте. В депо. Он висел под вагоном, зацепившись за сцепку. За сцепку? Так-так. Вряд ли его туда специально повесили, так ведь? Страшно представить, шеф, откуда он там взялся. Ну, одуванчики нам тут не помогут. Их везде полно, сорняки сорняками. А вот этот фиолетовенький цветок не припомню в наших краях. Шерлок Симофорыч, так это же иван-чай или огненная трава? Огненная трава. Стрелка Семеновна, оставлю-ка я вас на время. Есть догадки? Версия? Вышли на след нарушителя? Ну, с помощью дедукции. Не спрашивайте, пока это... пока только версия. Вот так всегда. Потом скажет, дело на одну ириску. А ведь цветок-то я распознала. Шерлоку-то Симофорычу откуда знать про иван-чай? Чай не ботаник. Да, шеф? Куда? В дом творчества? Бегу. Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Стрелка Семеновна, я вас хочу познакомить с Дашей Хаврошкиной. Какая маленькая и хорошенькая. Знаю ее. А чем она знаменита? А знаменита она тем, что на праздник летнего урожая в нашем Доме творчества все плели венки. Ну и пошла наша Даша Хаврошкина утром на полянку к товарной станции. Собрала одуванчиков. И сплела? Не то беда, что сплела. И даже не то, что увидела на другой стороне железной дороги цветы иван-чая. Кажется, понимаю. То беда, что она подлезла под вагонами, которые на станции стоят. Ужас. Да уж. Выбрала короткий путь на ту сторону и обратно, но уже с венком на голове. Поезд дернулся, когда трогался. Венок зацепился за вагонную сцепку, а потом уехал в депо, где его и нашли путейцы. И осталась Даша без венка. А могло быть и хуже. Вот сейчас найдем ее, и я ей объясню, что пролезать под вагонами, под автосцепкой, это совсем никуда не годится. Это такой риск для жизни. Это строго-настрого запрещено. Ну, может, теперь пока Дашу ищем. Расскажите, как вы обо всем догадались? Вот куда вы из конторы пошли? Да хотел проверить, правда ли иван-чай называют огненной травой, потому что он на пожарищах растет. Проверили? Конечно. На месте сгоревшей сторожки рядом с товарной станцией он и цвел. А когда я обратно шел, увидел девчушек в веночках. Они мне про праздник-то и рассказали. А Дашу как вычислили? Элементарно, Стрелка Семеновна. У нее у единственной веночка на голове не было. А еще заметили, она ростом самая маленькая. И фамилия у нее оказалась подходящая – Хаврошкина. Ну, чисто крошечка-хаврошечка из сказки. В общем, дело оказалось, как обычно, на одну ириску. Гениально! Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Продолжение следует...